ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто в тылу своими поистине героическими усилиями поддерживали силу и мощь нашей армии. Это праздник нескольких поколений, которые защищали нашу Родину. Уважаемые ветераны, уважаемые труженики тыла, уважаемые чаянцы, отмечая 67-ю годовщину Великой Победы, мы склоняем голову перед памятью мужественных защитников нашей Родины, отдавших жизнь во имя... Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики военного тыла и все, кто сегодня присутствует на этом митинге. От районного совета ветеранов примите самые искренние поздравления с праздником, Днем Великой Победы. Земной поклон вам за ваш героический подвиг во время войны и на фронте, и в тылу. За то, что с доблестью пронесли знамя победы сквозь огонь войны, подарив нам возможность жить в свободе. Мы желаем всем, кто путь прошел геройский, пусть подольше не редеет ваше войско. Окончен бой, везут составы солдат домой. По тем местам, где шла война, жизнь на планете спасена. Парад победы, Родины парад, тебя мы ждали, груди шли сквозь ад. Парад победы, марши по весне. В складку тишина, какой ценой вернулась к нам она. Солдаты знали цену тишины, слагали песни подвиги войны. Парад победы, Родины парад, тебя мы ждали, грудью шли сквозь ад. Парад победы, марши по весне. Парад победы, с миром по земле. С миром по земле!
шинели в скатку. Путь домой, победа, Родина, встречай живой. Победа, Родина, парадом мы по Красной площади. Твою